Ура! Скоро весна. Уже камни оттаивают. Камешки, камешки. Вот кварц аметистовидный. Адуй. Копельинка. Тоже кварц района Озерного. О, халцедон. Вот как он шестоватый. Копса Анникова. Лето. Вот какой халцедончик. Неплохой образец. Тоже Копсанникова. С одной стороны кристаллы, и с другой. Ой, тяжелый. Ну, в общем, скоро весна. Хотя, с другой стороны, как сказать, весна. Но куча мала оттаивает. О, пигматиты оттаивают. Мрамор. Вот адуйские пигматиты. Вот такой бгема. Кварцевая щетка. Барские ямы. Этот кварц сразу видно. Весь перемешан. Намешан, перемешан. Кварчики. Ждемся весны. Вот интересный халцедон. Тем летом впервые с гемом нашли проявление это. О! Натюрморт. Ну вот, пара ведер для кучи малы тут приготовлена уже. Как оттает она тогда, тогда и добавим барские ямы. Перелифт, мелочь. Гранат. Гранат. Гранатики с эпидотом и кальцитом. Кварц. Ага, с включениями. Что-то зеленое там. Камень икряной, так называемый. Перелифт. Тоже барский кварц с крокоитиками небольшими. Ну, это перелив, там просвечивает как.
Вон какие желваки. Это слиповки. Ну, это старая. Уж такого нет. Копиказиха. Шайтанка. Да. Черт, может забиться в ней в другом месте. Перелифт. Каракозябра какая-то. Понятно что. Ну, это пигматит тут. С людкой. Кварчик. Костоусовский. Ух ты. Аметистовидный кварц, главное. И шерлы здесь. Вот они. Похоже. Шерлики. Вот так вот. Хорошо смотрится. Слюдка. А это что? Гранат, эпидот. Вот эпидотики. Это адуй. Тоже на гранатовой копино кальцит, что ли, такой, не знаю, непонятно что. Вот это эпидот. Пигматит, а на нем еще дымчак сидит. Барский. Слюдка садуя. Это примазки крокоида. Нос барских ям, не с Первомайско-Зверевского месторождения. Вау. Ну, это копимора. Копимора. Раньше первый раз был. Оттуда же. Ну, в общем, летом переложим, посмотрим, что тут есть. Кварц какой-то. Шпат зеленый. Это желтые ямы около копеймора там. Метров 400. Халцедон какой-то с Южикова. Как он красиво даже играет. Сторону. Ну, это тоже халцедон. Липовка. Тут кто занимается, можно, наверное, резать, смотреть на поделки, на какие-то. Это перелифт. Ух ты, какой интересный. Ну, в общем, и так далее. Скоро весна. Ура, ребята!
Да, вот тут еще что-то приготовлено. Ну, это кварц. Кварчик, кварчик. Тоже щеточка небольшая. Ну, это Артемовский район. Это первомайская зверевская крокоид на породе. Вау. Купсанникова. Вот на просвет смотреть надо. На солнышко. Красивый экземпляр можно сделать. Это даже помню, на прутике нашел, где-то видео есть. В сторону Копеймора. Колцедончик такой. Надо станок сделать, дорезать, посмотреть. Рисунки. Тоже. Финтифлюшечка.